Доброго времени суток каждому мужику, который зашел на данный видос. Возможно, у вас тоже возникли проблемы с FPS, как и у меня. Сегодня на стриме игра Greyzone Warfare только вышла. Проблем в первый день, естественно, было немало. Но основная из них — это оптимизация. Удалось забустить FPS практически в два раза. Да, картинка, игра все еще работает неплавно, но как минимум счетчик фреймрейта будет вас приятно удивлять и успокаивать. Значит, как видите, у меня сейчас от 40 до 60 кадров. Я недалеко, вот там моя база, то есть я отбежал, чтобы вертолеты не летали. Я недалеко от базы, вот такой фреймрейт, то есть падение там до 30, до 40. То есть представьте, там PvP какой-то, стрельба в ботов, это все уже вызывает проблемы. Перепробовали на стриме массу всяких настроек, тут что-то ковырялись, включали, все отключали. В итоге поступило сообщение переключить, вроде это сами разрабы дали такую информацию, переключить DLSS на FSR. Я это сделал, и как видите, просто FPS подскакивает до 100. То есть вы уже получаете... Сори за вертолет. Вы уже получаете значительный буст по кадрам. То есть у вас начинает FPS стрелять уже в районе сотки. Ну и дальше вы уже можете тут подрегулировать качество картинки, там увеличить. Не знаю, у меня комп, в описании оставлю характеристики своего компьютера, чтобы вы могли примерно ориентироваться. Здесь можно, конечно, уже разгуляться. Тут, например, вместо баланса можно какое-нибудь нативное разрешение поставить. Ну и картинка будет уже четче, лучше, но FPS уже будет проседать. Типа, ну в любом случае, как бы он уже не будет таким низким, даже с таким разрешением у меня все еще 70 кадров. Ну, короче, дальше вы уже сами можете там играться со своим компом, с настройками. Самое главное, если у вас все плохо, как у меня, попробуйте с DLSS перейти на FSR. И, вероятно, проблема решится, а остальное уже доделаете. Там тени, шмени и всю остальную ерунду. Все, всем спасибо за внимание. Тащим, развиваемся, давайте, не нойте.